Нельзя сказать, что в школе номер 33 подобное направление работы совсем в новинку. Далеко за пределами учебного заведения известен организованный активом клуб «Патриот». С ребятами в свое время занимались представители автомобильного училища. И, разумеется, в стенах школы не забывают своих выпускников. Один из них – Олег Дуканов, еще один погибший герой. На сегодняшний день кадетские классы пограничного профиля созданы во всех субъектах Российской Федерации. Теперь они появятся и в Рязани. В настоящее время заключен трехсторонний договор между кадетским пограничным институтом и управлением ФСБ, и также школой номер 30 по образованию данного класса. Планируется, что в среднем звене это будет предпрофильная подготовка. Основные предметы учебные, но за счет внеурочной деятельности будет расширен сам пограничный компонент – основа военной и строевой службы. Для наглядности ученикам были показаны презентационные фильмы о работе пограничников в принципе и о подготовке новой смены профессионалов в самом Голицынском институте. Конечно, это романтика. На поверку же, рязанцам, которые решат поступать в Голицынский институт, придется сначала пройти медкомиссию и собеседование с психологом, а затем учиться серьезным и жизненно важным навыкам. Мы думали, что неоценимую помощь здесь нам окажут представители ФСБ Рязанской области, потому что вот эти классы будут формироваться непосредственно при их участии. Когда дети будут обучаться в 10 классе, ребята, в 10 классе уже будет подготовлен документов для того, чтобы они могли подготовить личное дело, которое они могут предъявить при поступлении в учебное заведение. Я считаю, что именно всегда рязанцы очень честно и добросовестно служили на всех границах Советского Союза и России. И поэтому подготовка молодого поколения в школах именно на границе, потому что не каждому дано право ходить по кромке нашей земли. Как говорят они сами, пограничники – это не служба, это судьба. А потому и к выбору надо подходить основательно и осмысленно.